Баруха та Адонай, Элогейну Мелеха Олама, Шербахарбану, Миколя Амин, Венатан Лавну, Турото, Баруха та Адонай, Нотену Тора. Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Собственно говоря, завтра День Знаний – это не только детский праздник, не только учительский. Мы же все ученики, значит, это и наш праздник. Нынешняя недельная глава называется «Ре, смотри». Так, сейчас, секундочку. Вот, начинается она удивительными словами: «Смотри, я предлагаю вам ныне благословение и проклятие». Как будто это можно было увидеть глазами. Можно было сказать: «Слушай, Израиль, да, вот я предлагаю». Бог почему-то говорит: «Смотри». Ну, я думаю, что Бог знает, что мы, в принципе, умеем как-то представлять свое будущее, прогнозировать. И Бог просто показывает, каким образом это делать правильно. Потому что бывает неправильное прогнозирование, неправильное смотрение. То, знаете, есть такой метод визуализации, наверняка все слышали. Мне это странно. Вот представь, что ты счастлив, и ты будешь счастлив. Значит, в общем, тут достаточно много материала для размышления в нашей недельной главе. Вкратце, это законы храма и служения, о лжепророках и совращении к идолопоклонству, законы святости, кашрут, социальная справедливость и праздники Шалош Регалим, или три праздника паломничества в Иерусалим, это Песах, Шавуот и Суккот. Когда я читал эту недельную главу, первое, что вот мне, так сказать, врезалось в мое сознание, обратило на себя мое внимание, вот Второзаконие, 12 глава, 8-9 стих. «Не должны вы делать всего того, что мы делаем здесь ныне, каждый, что ему кажется правильным. Ибо не вошли вы еще ныне в место покоя и в удел, который Господь Бог твой дает тебе». О чем этот стих говорит? Он говорит о том, что, находясь в пустыне, израильтяне что-то делали, имея заповеди, имея завет, все-таки что-то продолжали делать. Что именно? То, что им казалось правильным. То есть, другими словами, руководствовались не Торой, которая уже была у них, а руководствовались, опять же, своими представлениями о том, что такое правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. И вот этот момент «вы еще не вошли в место покоя и удел» – это нас как-то так вот отправляет к идее шаббата. Да? То есть там в заповеди о шаббате сказано: не делай чего-то, да, но делай что-то. И вот в этой же недельной главе есть очень интересное место, тоже это Второзаконие, 13 глава, 5 стих. «Господу Богу вашему следуйте, его бойтесь, заповеди его соблюдайте, гласа его слушайте, ему служите и к нему прилепитесь». То есть, чего не делать, мы знаем, а теперь мы знаем, что делать. И интересно, что вот эти 6 напутствий, они, вот именно 6, я как-то так вот я подумал, а ну-ка я их пересчитаю. Их оказалось 6. 6 – это число человека вообще, как бы традиционно вот в библейской интерпретации, да? Значит, и что получается? Заповедь о шаббате тоже. 6 дней работы, делай всякие дела свои, а 7-й день Господу. И как-то я уже говорил о том, что человек, который, собственно говоря, в течение 6 дней не трудится, он, в принципе, и в шаббат войти не может. Потому что заповедь о шаббате не звучит 6-й день шаббат. Она звучит: 6 дней трудись, а 7-й шаббат. То есть в шаббат можно войти, только трудясь в течение 6 дней. И вот это напутствие из 6 слов, это как, собственно говоря, напутствие к тому, что мы должны делать каждый день.
Каждый день мы должны Господу нашему следовать, Его бояться, заповеди Его соблюдать, гласа Его слушать, Ему служить и к Нему прилепляться. И вот если мы каждый день будем это делать, тогда мы входим в шаббат. Если хотя бы один из этих пунктов выпадает, то, собственно говоря, уже отсутствует полнота. Шаббат, седьмой день, он как прообраз вот Божьего присутствия, Божьего покоя, и именно он придает полноту нашей неделе или нашей жизни, вот этому замкнутому циклу, в котором мы находимся. Значит, и если даже он есть, а одного нашего пункта нет, то уже, собственно, не получается той полноты, да? Значит, в этой же недельной главе есть такое место, Второзаконие 12 глава с 29 по 31 стих. «Когда истребит Господь, Бог твой, народы, которым ты идешь, чтобы изгнать их от тебя, и ты изгонишь их и поселишься в земле их, остерегайся, чтобы ты не попал в сети». То есть смотрите, это не приказ, это не предупреждение, что если ты не поступишь так, как я тебе говорю, я тебя по голове стукну или что-то типа того. Просто очень часто заповеди Божьи воспринимаются как какие-то ограничения, которые как бы нас как личности обжимают и не дают нам развиться. Понимаете? Или же это воспринимается как обещание какого-то наказания, если я не сделаю то, чего хочет он, и ему не важно, чего хочу я. Понимаете? Ну, есть такой подход. Просто мне тоже в свое время приходили подобные мысли, и мне надо было как-то с этим разбираться. Так вот, это явно звучит как предупреждение отца своим детям. Это я, например, если отправляю куда-то свою Надю, я знаю, что она будет идти одна, и там будет какая-то опасность, я же обязательно предупрежу, правильно? И вот Господь, как отец любящий, предупреждает: «Остерегайся, чтобы ты не попал в сети, следуя им по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря, как служат народы эти богам своим, так буду делать и я». «Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что Он ненавидит, делали они божествам своим. Ведь даже сыновей своих и дочерей своих сжигают они на огне божествам своим». И здесь идет речь об идолопоклонстве. Но об идолопоклонстве, которое очевидно. То есть, если вдруг мы узнаем, что у какого-то брата в нашей общине родился ребенок, а на следующий день он пошел и сжег его ради какого-то бога. Ну, мы поймем, что явно не в порядке у человека что-то, да? Или, скажем, приду в гости к брату, а у него идол стоит, свечки вокруг, там дары какие-то, куски мяса там или что-то, ну, я не знаю, я так образно, просто как бы, чтобы показать. Ну, я приду, и я сразу пойму, непорядок. Правильно? Но, значит, вот есть еще один стих, 13 глава с 13 по 14. «Если услышишь, что в одном из городов твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, чтобы жить там, выступили люди-негодяи из среды твоей», то есть это свои люди-негодяи из среды твоей, «и соблазнили жители города своего», то есть своих, «говоря: пойдем и будем служить божествам иным, которых вы не знали». И вот вы знаете, я когда читал это место, мне на память пришла история из книги Судей, когда один левит поругался со своей наложницей, и она ушла к своим родителям. Он решил пойти примириться с ней, пошел примирился, и обратно возвращались, но путь был долгий. Им надо было остановиться где-то заночевать. Ну где? Ну, у братьев. Остановились в городе Вениамитян. И произошло, собственно, очень похожее на историю, которая произошла с Лотом и с ангелами. То есть пришли все жители этого города, востребовали эту женщину и насиловали всем городом ее всю ночь. В конечном итоге она умерла. И этот мужчина, он взял, расчленил ее на 12 частей и разослал главам каждого колена и потребовал суда. Собрались, пошли судить.
И причем Бога же вопрошали, что делать? Бог говорит, идите, и я предам их в руки ваши. Первый день несколько тысяч израильтян погибло. Вы просто задумайтесь, они пошли исполнять волю Божью против явного нечестия в Израиле по заповедям Торы и претерпевают, ну, люди гибнут тысячами. Второй день пошли, то же самое, они вообще не, ну, не понимают, что же происходит. Опять вопрошают, на третий день Господь говорит, идите, и ныне я предам их в руки ваши. И Бог дал им план, они, короче, такие выиграли, так сказать, это сражение. Это, там даже возникла угроза полного уничтожения колена Вениамина, всего лишь 600 человек скрылось в пещере, их помиловали, оставили в живых. Вот вопрос, почему израильтяне гибли? За что? Я слышал когда-то одно учение, и там, собственно, по Торе разбирался этот момент. И вот этот момент, он очень связан вот как раз с этим. То есть реально в городе Вениамитян произошло, вообще, мерзость, безобразие. Ну вообще, ну представляете, если бы сейчас такое произошло. Даже в Одессе, это вышло бы за рамки допустимого. А тут вроде бы народ Божий, вроде братья, да, и вот так вот поступили. Вопрос, разве окружающие братья из других колен не знали о том, что там происходит? Знали. Почему не предприняли меры сразу? Я сейчас высказываю догадку, но эта догадка просто очень похожа на многие ситуации, которые мне приходилось наблюдать в жизни. Знаете, бывает такое, что человек ведет такой образ жизни, что он вроде бы и не грешит. Знаете, вот как говорят, ни Богу свечка, ни черту кочерга. Он не грешит, но и Господу, Богу своему не служит. И жизнь его посвящается каким-то вещам, каким-то делам, которые, грехом не назовешь. Но вы понимаете, что это на грани. Это находится на грани, и еще один шаг в сторону от Бога. То есть вот либо я служу Богу, либо я не служу, но не грешу, либо я уже грешу. Понимаете? И вот это пограничное состояние, оно очень опасно. Опасно почему? Потому что вот эти шесть напутствий, Господу Богу вашему следуйте, его бойтесь, заповеди его соблюдайте, глаз его слушайте, ему служите, к нему прилепитесь. Хотя бы один пункт, в данном случае это не служить Господу. Он уже убирает полноту Божию из нашей жизни, точнее закрывает доступ Богу в полной мере в нашу жизнь. Причем я скажу, что если мы к Богу не прилепимся, мы служить Ему не можем. И я вам скажу, что эта глава, она не зря посвящена двум путям, по которым может следовать народ Божий и каждый из нас лично. Благословение и проклятие. Но тут есть один очень интересный момент. Поскольку Бог заключает завет с народом, то, собственно, каждая личность этого народа должна активно участвовать в жизни народа. Есть еще одно очень интересное место. Значит, это у нас Второзаконие, 15 глава, там о годе шмиты, годе прощения. Значит, тут очень интересный взгляд на некие процессы, которые Израиль должен был пройти в своей земле. Значит, однако не будет у тебя нищего. Это Второзаконие 15 глава с 4 по 11 стих. Я читаю из перевода Гурфинкеля. «Однако не будет у тебя нищего, ибо премного благословит тебя Господь на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел для овладения ею. Только если будешь слушать голоса Господа Бога твоего, чтобы соблюсти и исполнить всю эту заповедь, которую я заповедую тебе сегодня. Ибо Господь Бог твой благословит тебя, как говорил Он тебе, и будешь давать в долг многим племенам, ты же в долг брать не будешь, и властвовать будешь над многими племенами, а над тобою не будут властвовать.
Если будет у тебя нищий, то есть в начале постановка вопроса, не будет у тебя нищего. Дальше, если будет у тебя нищий, уже странность, да? Если будет у тебя нищий, один из братьев твоих, в одних из врат твоих на твоей земле, которую Господь Бог твой дает тебе, не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед твоим братом нищим, но открывай руку твою ему и давай ему в долг по мере нужды его, чего не достает ему. Береги себя, чтобы не было в сердце твоем негодного слова сказать. Приближается седьмой год, год отпущения. И зло посмотрит глаз твой на твоего брата нищего, и ты не дашь ему. И возопит на тебя Господу, и будет на тебе грех. Давать ты должен ему, и пусть не досадует сердце твое, когда даешь ему. Ибо за это благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, к чему приложишь руку твою. Ибо не переведется нищий на земле, потому я заповедую тебе так. Открывая руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твою в твоей земле. То есть отрывок начинается фразой «Не будет у тебя нищего». В середине этого отрывка «Если будет у тебя нищий» и конец отрывка «Не переведется нищий на земле, которую я заповедую тебе». Поэтому я тебе заповедую так. Открывая руку твою брату твоему, бедному твоему, нищему на земле твоей. В чем идея этого отрывка? Бог предлагает совершенный план, план благословения. Этот план предполагает, что мы входим в Его царство, в Его наследие, в определенном состоянии. И тот, кто, а тут все присутствующие, когда-то пришли к Богу в каком-то определенном состоянии. И, естественно, у нас есть какие-то нужды, какие-то потребности, и духовные, и душевные, и материальные. Бог в Торе показывает на материальных примерах, потому что нам это доступнее. Потому что, когда мне говорят «дай ему, потому что он нуждается, у меня есть, а я не хочу», ну, потому что я понимаю, что, как бы, если я дам, у меня будет меньше, да? Это я каким умом понимаю? Человеческим, плотским, да? И очень часто, знаете, вот есть фраза «ничто человеческое мне не чуждо». Но что есть наше человеческое? Когда-то Петр пытался разубедить Иешуа идти на крест. И тот ему сказал «отойди от меня, сатана, ибо не о том, что Божье думаешь, а о том, что человеческое». Так вот, быть человеком на самом деле неплохо. Иешуа ничто человеческое не было чуждо, кроме греха. И тут ключевой момент. Он был человек Божий. Если мы говорим о нем как о человеке, то человеком он был Божьим. Можно быть просто человеком, вот на грани, ни туда, ни сюда, понимаете? А можно быть противником Бога. То есть быть человеком неплохо, важно в каком качестве мы проводим свою жизнь. И Бог предлагает идеальный вариант, когда мы вот здесь сейчас, собственно, пустыня – это прообраз нашей жизни здесь на земле. Когда мы в жизни встречаем брата, который нуждается, и мы закрываем свою руку, мы, собственно говоря, переводим весь народ Божий в состояние «если будет у тебя нищий», а потом в состояние «не переведется у тебя нищий». То есть Бог дает рецепт выхода из состояния нищеты, духовное, душевное, физическое. Служите друг другу, любите друг друга, не закрывайтесь друг от друга. Свои сердца не прячьте, а обнажайте. То есть Бог не против нашего личного какого-то материального успеха или душевного, не против нашего личного, Он не против меня как человека. Но Он хочет, чтобы я был человеком по образу и подобию Его, и чтобы я поступал так, как поступает Он. И в таком случае, когда каждый член общества берет на себя эту ответственность, у Бога есть возможность сделать нас настолько благословенными во всем, что мы ни в чем не будем иметь нужду, но будем действительно с избытком это иметь, чтобы делиться этим с миром, для того, чтобы приобретать людей для Господа. То есть, собственно говоря, от нас зависит, мы выбираем путь благословения или проклятия. Мы служим Ему каждый день или мы не служим Ему каждый день.
живем мы для Него или не живем. И здесь не идет речь о религиозности слепой, фанатичной, потому что, ну, скажем так, фраза «слушайте Его», она как минимум предполагает взаимоотношения, понимаете? Можно слепо исполнять, не задумываясь, не размышляясь, не советуясь с Господом. Давайте мы будем слушать Господа и ходить Его путями. Как написано, что дети Божьи – это те, кто слушают глаз Божий и следуют им. Спасибо большое за внимание. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины Орхамашиах, Бетель и других общин, которые в сотрудничестве, не является исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.